Всем привет! Если кто не знает, я Ирен, я художник, и разговорные видео — нечастые гости этого канала, если это не стрим, конечно. Для этого видео есть повод. Мы недавно побывали на нашем первом фестивале, где можно было приобрести наш комикс. Кстати, можно у меня в профиле посмотреть отчеты с феста, а также почитать отзывы о комиксе от ребят, которые уже успели приобрести его. Ну и еще у нас остались разные интересные штуки с фестиваля, помимо комикса, которые тоже можно приобрести через мой профиль в Instagram. Ну и самое главное, у меня в профиле случился конкурс, в котором мы разыгрываем 2 томика «Серой долины». Это моя история, которую мы рисуем вместе с Софией Зорской. Ссылочки на нее вы найдете под этим видео. У Сони, кстати, тоже есть свой канал. Вернемся к нашему комиксу. У нас он поделился на 2 категории. Это конкурс фанарта, думаю, все знают, что такое фанарт, и категория «Лучшая теория», где ребята должны были придумать, как один из главных персонажей нашего комикса, Черт, оказался заперт в магической шкатулке. В конце этого видео мы объявим победителя конкурса в категории «Лучшая теория». У ребят по фанарту еще есть время до 21 июля. Если что, все подробности вы также можете прочитать в посте в Инстаграме. Итак, вдохновившись этими историями, я решила сделать несколько скетчей в образах, которые придумали участники. Мне понравилась идея про черта пирата, и я подготовила скетч, начинаю набрасывать нашего героя. Я решила, что будет круто посадить ему на плечо кота вместо попугая. И я делаю очень простую покраску. По-моему, вышло мило. Следующий на очереди — Черт Грек. Это очень смешная история про нашего персонажа, который строил козни участникам Олимпийских игр. Советую прочитать и поднять себе настроение. Вообще очень здорово, что многие ребята взялись за эти теории. Мне очень нравится читать эти выдумки про своих персонажей. Проделаем все те же шаги, что и с первым персонажем, и олимпийский черт готов. Далее, читая теории, было много предложений про черта мага. И чтобы не изображать нашего героя в своем обычном виде, я ему нарисовала типичный костюм колдуна и сделала очень хитрую морду. По-моему, вышел довольно забавным. Ну и последний — это черт-черт. Мы очень смеялись с описания, особенно понравилась формулировка «переперченный перец». Теперь это второе имя нашего персонажа. Итак, рисуем нашего дьявольского героя. У нашего черта-черта теперь появился настоящий хвост и копыта.
А при покраске я решила его сделать красным, как часто изображают всех мультяшных демонов. Вот такие персонажи вышли у меня в ходе рисования. А теперь про самые интересные истории. Мы выбирали между несколькими ребятами и долго не могли определиться, какая же нам больше нравится. Но вот наш победитель под ником... Кто-то 2601. Пишите мне в директ, чтобы получить свой заслуженный томик Серой долины. Хоть мы и выбрали уже победителя, ваши истории оказались очень забавными и изобретательными. И мы хотим еще немного порадовать вас и включить ваши теории в формате коротких стрипов-вставок во втором томе с указанием автора сюжета. На этом все. Вы все большие молодцы. Спасибо, что участвовали в нашем конкурсе. Больше о нашем комиксе можно узнать в моем профиле в Instagram или других соцсетях. Все ссылочки в описании. До встречи в следующем видео.